Огромная скорость и непредсказуемые маневры в центре города. На Чебоксарском заливе состоялся первый этап Кубка России по ледовым гонкам. В этапе Кубка России участвовали более 30 экипажей профессиональных гонщиков из 9 регионов страны. Они соревновались в двух зачетных классах в зависимости от объема двигателя. В классе 1400 кубических сантиметров первым стал спортсмен из Сызрани, а вот вторым стал Даниил Слепов из Чувашии. В десятку также вошел еще один наш спортсмен Андрей Васильев. В классе 1600 кубических сантиметров чувашские гонщики на пьедестал не поднялись, но в десятку попал Юрий Михайлов. Столица Чувашии принимает Кубок России уже в пятый раз. Как оказалось, территория залива идеально подходит для подобных соревнований. Очень зрелищно для зрителей, потому что безопасно для зрителей. Зрители на трассу гоночную не попадают, они все по сторонам и на возвышенности, все видят как на ладони. К соревнованиям допускаются только специально подготовленные спортивные машины с каркасом безопасности и другими приспособлениями. Второй этап Кубка страны пройдет в ближайшие выходные в Череповце, а финальный третий – 3 марта, опять в Чебоксарах. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаметов, Республика.